Так, возобновить игру. Итак, у нас что-то там цвет настроения вроде, да, было? Автосохранение. Ну, давай автосохранение. Не помню. Правильно сделал автосохранение. Хотя другого там я и не видел. Так, с помощью телекинеза можно также включать технику. Это я знаю, но я не знаю, как еще это пользоваться. Так, цвет настроения синий. Это что-то что связано, это что-то, наверное, с музыкой будет связано. Хотя я думаю, что ну, посмотрим, ладно. Потому что, кстати, пианино тоже там было, я видел. Ну или магнитофон какой-нибудь. Пианино играть. Ну, может быть. Ладно, с этим мы разберемся. Итак. А с помощью. Это, блин, это я читал. Цвет настроения синий. Так. Ну же, быстрее давай. Так. Надо. Блин, ну давайте посмотрим, кто еще у нас здесь есть. Блин, мамаша ходит вот это. Так. Ага, закрыто, подождите. А где ключ? Так, ни хрена не видно, конечно, что там есть из-за грозы. Давай, 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 давай. Беги, беги, малой. Фирма. Ага. А нет, смотрите. Вот, стой. Где что там было? Так, ладно. Ой. У меня от. Так. Ну что-то ничего такого не вижу, чтобы здесь мне могло понадобиться или пригодиться. Так, там то ли соседи, то ли наш дом. О, стоит. Ключ. Ключ. Да уберись. Так. Да, давай, бери, бери. Нет. Нет, видимо, это потом дальше где-то будет, по ходу дела игры. Ладно. Куда идем-то? Смотрим. Ага, нам надо вниз. Заперто. Блин. Так, я тут работаю. А, это батька. Точно. Так. Ой-ой-ой-ой. Это что я такого сделал? Фен надо, поди сюда как-то. Ладно. Я так понимаю. Сначала надо найти жертву, да? Хотя бы примерно. Я как понимаю, это должно быть. Ну, вниз, вниз, вниз. Что, внизу у нас есть этот рояль, который я говорил. Так. А, кстати, раз у меня есть это, может, как в Хитмане штука-то это пакостить при помощи отвертки, то не только в одном направлении можно. Ага, ладно. А мне как это телекинез использовать так? А, только на определенные вещи, да, действует? Так.
Ага. Я опять куда-то не туда пришел. Так, стоп, ну-ка, куда-то я заблудился. Так. Так, мне сюда, сюда. Вот сюда, здесь, да, у нас? Вон она. А, вот ты где. Новый предмет, лампочка. А, этот же электрик-то здесь был, я же здесь же был. Так. Понятно. Вот ты где, да? Ты меня нашла. А что искала-то? Ой. Ну-ка, что у нас по журналу? Работа по дому. Так. Хорош, хорошо спалось. Так, я тут работаю. Это не для... Так, будь осторожным, но беспощадным. Цветостроение смерть. Так. Нет. Так, это мне надо вниз. Смотрим, кто и что у нас здесь. Ага. Куда-то. Куда ты нас ведешь? Тут вроде все двери были закрыты. Подожди, сюда хоть? Где я? А, ну да, смотрите-ка. Вот рояль. Цвет настроения синий. Ну, здесь алкаша-то больше нету. Что здесь можно взять после него? А после него ничего не взять. А, может мне... Так. А где инвентарь-то? А, подождите, вот инвентарь. Так. Ждем, ждем, когда мать уйдет. Давай, мамашка, уходи. Все. Мать ушла. Так, а где что надо делать-то? Смотрите, я могу четверткой здесь что-то ковырять. Так, а, это нельзя использовать таким образом. Подождите. Так. Только лампочка, но она мне тоже не нужна здесь. Ладно. Давай. По карте нам вот эта дверь показана была. Опа! Смотрите-ка, вот она жертва по ходу дела. Так, новая запись, давайте почитаем. Хорошо спалось, а тут работаю. Так, он всегда пьян, наверное, он не заметит, если я немного изменю его планы. Изменю планы. Во, что-то я начеркал. Ну-ка, подождите. Чего так? Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ну давай, открывайся. Отремонтировать, что за... Тогда я лучше пойду. Так, я могу здесь что-то взять? Ага. Так, ладно. Так, с пианино все в порядке. А, так мне поломать надо. Надо успеть что-то сделать, пока
Его здесь нету. Так, ключей так наворовал. Чё тут? Вот ты где. Я украл ключ, наверное, мне следует что-то им сломать. Вот я так и понял. Давай. Так. Это нельзя использовать таким образом. Вау. Решил сломать болты и педали на пианино. Так. Хорошо, теперь я должен его сюда как-то заманить. Давайте посмотрим, как это дело обстоят. Как это дело обстоит. Проклятие, педали постоянно расшатываются. Смотри, мать. Так, мне нужно поговорить с твоим отцом об этом мастере на все руки. Так, хорошо, так. Может быть, теперь я могу так. Так, может быть, теперь я могу использовать мои новые способности. Так. Работа убраться в комнате. Давай. Ножку, как я понимаю, выбиваю. И... Бряк. Здорово. Просто прекрасно. Блин, вот такой. И никакой детской травмы нет. Что, как, блин? Так, батька. Батька? I hate to tell you this, Mr. Мне неприятно говорить вам об этом, господин Вангер, но похоже, что ваш мастер был пьяным, он сам напрашивался на несчастный случай. Я собирался его уволить после некоторых инцидентов, но просто не решался. После недавних событий достаточно трудно удержать здесь так. Вы не должны винить себя, пожалуй, это худший случай служебной халатности, с которым я встречался. Несмотря на то, что это может объяснить утечку газа, это все еще не объясняет смерть в холодильнике, вскрытие служанки не дало однозначных результатов, но мы все еще работаем на версии, что у нее были проблемы с сердцем или кровообращением, которые привели к потере сознания. Ага, значит, все-таки меня не подозревают. Это уже хорошо. Это уже плюс. Так, 11 сентября 1972 года. Острое лезвие. Ага, что-то связано с ножом какой-нибудь, пилой или чем там еще. Кстати, когда я убираюсь в комнате, я что-то за это получаю. Так. Работа так, убраться в комнате, так. Понятно. Так. Давай. Так. Понятно. Ясненько. И понятненько. Так. Я так думаю, на сегодня лимит исчерпан, нет? А, нет, смотрите-ка, еще что-то. Так. Да.
Ну тут у меня порядок. Ладно. Пойдем. Мне куда надо? Куда? Куда? Опять вниз. Ладно. Бежим. Ой. Не туда. Нет, нет, не туда. Сюда. Сюда и вон туда. Охохошеньки, хохо, сколько дел я сейчас наделаю, сколько наворочу. Так, куда мне здесь? Неизвестно. На улицу, что ли? Не понял. Hello, ух ты, новая запись. Так, уборка. Здравствуй, Люция. Знаешь, ты не должен здесь находиться. Так, он работает здесь с сырым мясом. Мне нужно найти способ как-то ему напакостить. Так, понятно. Ага. И что я тут могу сделать? Еще раз так. Раз ты здесь, ты можешь отнести эти коробки в холодильник. Они не слишком тяжелые. Так, ну давай попробуем. Холодильник. Вот эти же коробки, правильно? Эй! Эй, в какой холодильник? Что-то я не понимаю, какой холодильник-то? А! Подожди. Холодильник, вот он, это холодильник же. И что, мы отнесли коробку эту? Так. Что? Перенеси коробку с мясом. Ну давай, только не знаю, с мясом они или нет, конечно, но какую-то я же принес. Ой, все правильно. Давай. А что из этого получу? Так, это 50%. Ну и что, что у меня это все есть? О, 60% информация по дому, ладно. Что-то, смотрите, я что-то зарабатываю, только не знаю, что, конечно. Давай. Сейчас, подожди. Я каких-то очки зарабатываю. Блин, смотрите, как, блин. Там машинки собрал всего лишь. Вот коробки унес. Это какое-то доверие, что ли, ко мне, или что? Давай. Вроде как последнее. Так, что надо сделать-то? Я телекинезом, что ли? Давай посмотрим. 80%. Так, как ему надо напакостить? Как же я могу ему напакостить? В свиной тушке. Так. О. Подожди. Не-не-не. Не знаю, что-то пойдет, нет? Она вот так-то пустая вроде как. Не прошло. Так. А, все, сделал. Коробку с мясом перенес. Так, работа по дому. Так, показатель поведения 80. Ну, нормально, нормально. Теперь надо думать, как его захренакнуть. Что сделать-то надо? Так. Я в последнее время научился телекинезом пользоваться. Где он? Ну, давай, мясорубка. Мясо. Мясорубка. Лампочка. Лампочка! Ну-ка. Так, я уж не помню, как она делается. Вот так. Посмотрите-ка. What the hell?
смотрите, так, так, что за черт? Так, ну это я так понимаю. Кажется, уборщик вчера менял лампы. А, подождите, у меня же есть лампа, я же какую-то брал. Подожди, я же, блин. Так. Я же знаю, вот, подожди, вот, где? Так. Thanks. Спасибо. Ну и... О, подождите. Нож. Нет. А может вот этот... Ну-ка, давайте вот... Это что? Нет, это слив. Подожди, какая-то... Подожди. Да нет, вот. Так он залез наверх пилы, это... А, вот! Да я, смотрите, я, кстати, это... Я, кстати, видите, нечаянно нажал, и оказывается, еще и прав оказался. Ё-моё. А вот тебе и случайность. Случайности не случайно, да? Ой-ой-ой. И здорово, просто здорово. Так, мне надо свалить отсюда по-быстрому, очень быстро свалить. Давай, батька, ты меня силой что ли награждаешь или чем? This situation is ridiculous. Ситуация выглядит возмутительно. I'm holding off the bureau from launching an inquiry. Я из трудом удерживаю бюро от начала расследования. I'm posting a deputy at the house. Я направлю своего помощника. It's more for your own protection. Для вашей собственной защиты. I wish I could explain these as more than accidents. Я бы рад найти своему этому рациональному объяснению, но не могу придумать. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. Как кому-то это может сойти с рук. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. Просто считайте, что дом на карантине, пока что-то не прояснится. It wasn't a pretty sight. Ну, что, так, зрелище было несприятно. Резиденция напополам, голова и кровь повсюду. Four deaths так, and four months, all apparent accidents. Напополам голова, вот это. Эти ужасные несчастные случаи не давали мне стать врачам. Четыре смерти за четыре месяца. Все очевидные несчастные случаи, но у меня были сомнения, пока не было явных подозреваемых мотивов и даже возможности начать расследование. Тогда я был уверен только в одном, что на этом не закончится. Я оказался прав. Прошло еще один месяц, нам позвонили и попросили вернуться в дом. Но на этот раз ситуация была иной. На этот раз это было убийство. Серьезно? Ну, что-то, блин, странное, конечно. 15 октября 72 года. Здоровое питание. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, и увидимся в следующем видео. Пока!